Всем привет! В этом видео я опять буду комментировать свою стратегию. Буду комментировать скальпинг. Видите, здесь у нас ситуация. График шел вниз и затухание. А вот здесь у нас ситуация. График шел вверх и опять получилось затухание. Немного позже я отдалю, покажу вам. Так, я заключил одну сделку на одну минуту. Но понял, что на одну минуту это мало. Вот поставил на 2 минуты, заключил еще одну сделку на 2 минуты. Уровень здесь сильный. Заключаю вот на 3 минуты. Вот, видите ситуацию? Было повышение и затухание у нас здесь. Сильный уровень поддержки. И здесь я вхожу на повышение. Видите, здесь на минуту мало, потому что график долго бьется. Выставляю на 3 минуты. Вот, на просадке заключил на повышение на 3 минуты. И еще одну сделку на повышение на 3 минуты. Так, первая сделка у нас на минуту не зашла. Как раз получилось, вот видите, на двух валютных парах. На новозеландце иене и на евро-долларе. Так, здесь я не успел зайти. Видите, пока там заходил, график уже отскочил от уровня сопротивления. Вот здесь, видите, достаточно будет минуты. Видите, здесь я выставил минуту. Потому что резко-резко прыгает. Нужно нам успеть. Вот здесь. Отлично, подошло к уровню, я быстро заключаю сделочку на одну минуту. Здесь график долго бьется возле уровня сопротивления. И на 3 минуты нету смысла заключать, может его просто пробить. Так, здесь у нас подходит к концу сделка на 2 минуты. Вот, в самый последний момент опасно. Но сделка закрывается. Переходим на евро-доллар. Здесь тоже все отлично. Тоже, кстати, сейчас будет опасная ситуация под конец. Вот, то, что я говорил. Видите, график уже не опускается к уровню поддержки. Так что здесь нету смысла заходить на 3 минуты. Просто может пробить и пойти дальше. Закрывается у нас сделка на 1 минуту на евро-долларе. Видите, здесь уже не хочу рисковать. И ставлю на 10 тысяч. Вот здесь ставлю на 10 тысяч. Это ситуация, когда график все дальше и дальше от уровня поддержки, может пойти сейчас восходящий тренд. Здесь все идет как нам нужно. Правда, нету такого подъема резкого, как я ожидать хотел. Но первая сделка на 3 минуты закрывается. Хорошие просадки просто вошел. Вот, видите, график не хочет опускаться, а возле уровня начинает биться. Это уже опасно. Заходить здесь нету смысла. На крупные суммы я имею в виду. И в последний момент, видите, сделка у нас не заходит. И вон, вы видите, зашли наши две сделки на 3 минуты. Тоже, видите, нет такого явного повышения. Здесь я уже заходить не планирую. И здесь я еще хотел вот попробовать еще на 5000. Уже, чтобы не рисковать, заключил еще одну сделку от уровня на 5000. Скажу вам сразу, эта сделка у меня не зайдет. Тоже на последних секундах. Здесь, кстати, и произойдет пробой этого уровня, и график пойдет вверх.
если здесь и ловить скальпинг, так ловить его нужно на 30 секунд, но на 30 секунд нельзя зайти. Так, вы видите мой баланс. Очень близко я уже к своей цели, очень близко я уже к миллиону. Спасибо всем, что поддерживаете. Скоро будем выводить бабки. И вот здесь выстреливает. Все-таки вот опять опустился, опять выстреливает. Видите, опасная ситуация. Видите, вот здесь на евро-долларе, как я и говорил, пошло пробитие уровня. Итак, давайте подведем итоги. Что же у нас получилось? Получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5 сделок в плюс на 18 тысяч. Это 5 на 18,90. И убытка у нас на 35 тысяч убытка. 90 минус 35, 55. В плюсе мы на 55 тысяч рублей. То есть за 6 минут мы в плюсе почти на 1000 долларов. Вот такие вот результаты. Спасибо всем за поддержку, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Всем удачной торговли. Всем пока.